Какой красивый мамонт, мы его оседлали, мы бежим на огромном красивом мамонте. Всем привет, с вами Денис на канале DiviGame, и я вас хочу поздравить с наступающим Новым Годом, либо уже наступившим, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. А сегодня у нас снова топ лучших игр на Android, и я никак не мог упустить зимнюю игрушку Sky Safari 2, ребят. Итак, смотрим. Что у нас тут есть интересного? А интересного много. Погнали, покажу вам, что здесь есть прикольного. Снежная лавина чувака прямо вместе с кроватью выносит. Врезаемся и погнали. На пингвина прыгаем. Тут надо сальтухи разные крутить, разные приколюхи, вот типа такого. Осторожно надо. Главное, не спешите, вот надо было перепрыгнуть. Перепрыгнуть, да ну нафиг, пингвинушка, наш пингвинушка, лови его прыжок. Отлично, да почти же. Да, да, я это сделал. Так, тут прикольно, он, чувак, катается либо на лыжах, либо на сноутборде. В зависимости от того... О, блин, блин, пингвинушка, прыгай, давай, мы с тобой сможем. В зависимости от того, что вы выбрали. А, естественно, мы посмотрим и на том, и на том. Финтюхи крутим. Вот так вот, почти носом в снег. Ну ничего, блин, страшного. Жми, 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 давай, давай. Там же лавина, ты чё, чувак? Там лавина. У-ху! Крутые, крутая игра. Яркая, прикольная. Опять-таки, не требовательная. Что самое главное. То есть на любом телефоне она зайдет вообще. О, Бигфут бежит, отлично, Бигфут, беги, поехали с тобой, давай, сальтуху вместе, блин, не доделали мы прыжок, ну тут прям можно было несколько сальтух сделать, прыгаем, ах ты, отлично, как у меня все получается, короче, много всего, тут помимо лыж есть еще всякие разные приспособы, от снегоходов до всяких приколю. Посмотрите, покажу, естественно, вам обязательно. Беги, беги, беги. У меня есть еще пружинка, оказывается. То, что надо. А, рок-звезда, естественно. О, блин, не дотянул я. Вот это трамплин, вот это высота. Вот это высота, баба. Давай, 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 чувак, давай. Мы сможем, я в тебя верю. Полетели, полетели, полетели. Аккуратненько. Клёво, вообще клёвая игрушка. В преддверии Нового года или уже в Новом году самое то, что надо, которую нужно. Просто необходимо поиграть, поиграть. Не, сальто уже не хочу делать. Уже чувствую, ух ты, какой клёв. Орёл спотал нас. Неси нас, птиц. Неси, сколько он может так нас пронести? Справа вверху вы видите километраж, я так понял, или метраж от того, как далеко ты нас бросил. В итоге он устал нас вести. Да что такое? Давай, 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 паренек, давай, ты сможешь. Разные уровни, не только зима здесь есть. Ну, естественно, сейчас у нас зима, соответственно, поиграем первый. О, равен зимой, лавина меня достала. Итак, 64 километра, я надеюсь. 698 метров. Я пролетел на пингвине вершине. И я на седьмом месте. Отлично. Отлично. И далее. Что я тут выполнил? Я выполнил... Так, безупречно сальто назад. Поймал пингвина в воздухе. Короче, все сделал. И получаю, естественно, приз в студию. Магнит для монет. Отличная штука. Так, а как я его прилепить могу? Так, следующий уровень у нас. Так, так, стартовое животное доступно. Ага, я могу сразу с доступностью с пингвиненком начинать игру. Так, перепрыгни через хижину на лыжах, пройди 10 хижин. Окуни голову в снег, серебряную медаль получил. Сейчас посмотрим что-нибудь новое, интересное и другое. Так, что тут я могу? Пройди пальцем, чтобы выполнить трюк. Ага, ну это я знаю. Так, обходи животных, выполняя разные трюки. Да знаю. Так, выполни 3 трюка подряд и заработай ускоритель. Будем иметь в виду. Так, я хочу еще, знаете что? Профиль.
Нет, не профиль. Не профиль, не подарочек. Подарочек обязательно. Не, посмотреть видео нет, такого мне не интересно. Так, погодите. Так, карта мира. Вот, карту миру мне интересно. Что у нас тут есть? Выбрано. Так, а назад я могу... Блин, карта мира. Карта мира. Так, выбрать еще. Вот, я могу здесь веселье юрского периода. Так, каньон смерчей. Гора монстр. Ну, в общем, много. Северный полюс. Короче, здесь очень много. А, допустим, я хочу... Вот здесь я могу... Так, так, цена... Набор юрского периода, цена есть у меня? Есть у меня денег столько? Отлично, тут лавина сходит, в общем, лавина. Так, новинки, тут у меня чувачок, можно Свеном, соответственно, кем я играю, можно Эвана, девочка, Свен. Можно вместо лыж, насколько я помню, можно борт, да, вот. Можно просто лыжи обычные, а можно борт. Вот я хочу на сноуборде попробовать в этот раз. Последнюю половину. Так, назад. Выходим. Отлично, все вроде выбрали. Что у нас тут? Лавина идет. Офигеть, я на лавине. А, все то же самое. Все то же самое. Я только на борде. Отлично, по пальмам. Сальтуху. Сальтуху почти докрутил. Уровней много. В принципе, донат не дерзкий. В принципе, вообще, ну, нормально. Можно поиграть. Что-то тут у нас какие-то приколюхи. Блин, классно, успел. Ай-яй-яй-яй. Как они собираются? Короче, надо привыкать. То есть, надо как-то маневрировать, лавировать и так далее. У-ху. Так, посмотрим, побью ли я рекорд снежных. Снежных путей полетели. Да, в пещеру, в страшную, страшную пещеру. Прыгай, прыгай, мальчик, прыгай. Надо было... А, вставай, 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 вставай. Забывай, что он не сам встает. Все зависит исключительно от меня. Да что такое? Бигфут! Блин, перелетел я через тель. То уже не Бигфут, то уже обезьяна обычная, по-моему. Ух, так вот, вот так вот, вот так вот. Сальто! Давай, беги, неси нас, неси обезьян. В горы, с горой. Тут, короче, жесть, конечно. Ух ты, на мамонте. На мамонте мы бежим с горы на мамонте. Отлично. Давай, бро, не подведи нас. Беги, беги. Птица была, можно было на ней полететь. Что такое, мамонт? Что случилось? Что такое с тобой случилось? А, что-то взял. Что-то... О, фотку, селфи. Селфи-фотку обязательно надо было сделать. Ай, блин, нас чуть-чуть подожгло. Ну ничего страшного, это не меня. Так, вот так, вот так вот. Так, о, не, ну тут на, не, не надо было. Я что-то думал, что я смогу. Я думал, я смогу, не получилось. Вот так вот, четко все монетки собрал. Собирайте монеты, покупайте новых приколюхи, открывайте новые уровни и кайфуйте, ребята, кайфуйте. Вставай, 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 чувачок, вставай. Вот так вот. Вот эта стёжная схема. У нас, короче, куча народа, куча друзей. Уже никого. Только что была куча народа. Бежим. Прыжок, прыжок. Еще, еще, еще. Я уже бью рекорды того уровня. Бью, да без проблем. Бью. Чуть не грохнулся. Офигеть, скорость. Я уже ничего не вижу. Там снова мамонт пробегал, по-моему. В пещерах, в одной, во второй, в третьей, блин, по всем камням, которых мог я собрать. Давай, селфи! Отлично! Крутое селфи было. Так, так, блин, подожгло чуть-чуть, бежим, бежим. Я могу с тобой сальто сделать? Вот так вот, четко. Не думал, не докручу, если честно. Ну, смог. Ай, блин, там надо было прыгать. Тут же еще прыгать надо, да? На птицы, птицы ж надо было тянуть вверх. Это ж как Flippy Birds этот, или как. Вот там! 103, блин, отлично. 103, новый рекорд, конечно. Конечно, но у нас зима на дворе. А следовательно, нам все-таки надо в зимушку уйти. Так, все, хорошо. Что тут, я все сделал?
Поймал мамонта, обжигался лавиной, получил бронзовую медаль. И у меня 4-й уровень. И подарок. Что подарок? Новая макси-комбо доступна. Замечательно. Еще один подарок. 100 монеток. Замечательно. Холодный цветок. Выполни хвостовой захват на сноутборде. Проскользи 100 метров по лианам, поймай двух динозавров. Офигенно, двух динозавров надо поймать. Не, я хочу на той, снег. Тут, конечно, клево, прикольно. Что тут надо? Ой, какие фото. Нифига себе, что тут только нету. Реально, прикольно. Так. Не сейчас. Карта мира. Так, следующий, я думаю, уже не смогу, да? Или смогу? Сколько у меня денег? Вот тут я бы хотел. Ага. Вот можно? Так, недостаточно монет. Ну и фиг с ним. Давайте в начале тогда. В общем, надо монетки собирать, чтобы их было достаточно. Я хочу в зиму. Я хочу нормально в зиму. Где написана моя монета? Я не понимаю. Так, новинка. Так, я взял магнит. Где он тут? Где у нас приколюхи? Тут шматье, да? Костюмы, шматье, тут... Тут мон они всякие. Красный снегоход. Эваномобиль, блин. Так, вот магнит. Вот я магнит хочу взять. А, или он у меня сразу автоматически. Ранец, нифига себе. Так, а как его взять? 150. А, я улучшаю. А, вон мои монетки. Все, у меня супер улучшенный магнит теперь. Да, теперь у меня крутой магнит. Так, ладно. Разочек еще побьем свой предыдущий рекорд в 60, по-моему, 4 километра. Ага, вот я вижу магнит. Полетели. Вот так вот, все четко, красиво. Давай. Пингвинушка, давай, не подведи. С одного на другого мы можем. Я долбанулся головой. Вот так вот. Оху, блин. Пингвинушка, ну что такое? Давай, мы должны. Сегодня мы должны побить свой рекорд. Иначе зачем? Это все ради чего тогда? Так. Прыжок. Отлично. Сальто. Ух ты. Селфи. Крутое селфи. Тю-тю-тю-тю. Бигфут, я тебя видел, ты убежал. Так, давай, бигфутик, давай, гони меня, прыгаем, сальто, блин, получилось, пещер, ух ты, мамонт замороженный какой-то или что-то было, и у меня куча друзей с собой, вместе, и мы вместе, могу я этой всей кучей, интересно, сальто, мамонт, какой красивый мамонт, мы его оседлали, мы бежим на огромном красивом мамонте. Бро, ты красавчик, давай. Что такое? Скинул нас скотина. Собираем. Там было можно селфиться. И прыжок, еще. Отлично. Не понимаю, где мы есть. Сальтушку. Ну, сделали. Монстр сальто только что было произведено, и все. На этом все закончилось. А пингвин сальто? Пингвин сальто сделано. Сделано пингвин сальто. Отлично, бежим. Так, орел. Орел красивый. Красивый орел, но почему-то он... Можно двойной, интересно? Наверное, когда больше. Да, орел. Хватай меня, орел, бигфудик. Прыгаем, какие-то провода. Электрические. Сальто за сальтом. Сальто за сальтом я делаю. Отлично, вперед, вниз. Не останавливаемся, давай. Сотка уже есть. Охрененно, у нас все круто. Да блин, бигфутище, что-то... Вставай, чувак, лавина прям вообще сзади. Нельзя нам не дремать вообще. Она трясется, да нет. Но мы побили рекорд. 118 800 чего-то. Надеюсь, это километры я пролифигачил с горы. Пингвини вершины называется гора. Такая игра, ребят. Понравилась игра? Поставьте лайк, подпишитесь, нажмите обязательно колокольчик, чтобы не пропускать новые игры, новые выпуски, новые серии.
Пишите комментарии, как вам игра, будете ли в такое играть, играли ли, может быть, и вообще, может, что-то хотите, чтобы я специально для вас показал какую-нибудь игру. Все приму к сведению, обязательно пообщаемся. Всегда рад всем и каждому. С наступающим или наступившим 2020 годом, друзья! Всего вам самого наилучшего! До встречи! Пока!